Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня хочу рассказать о своем негативном опыте, но как бы другим рассказываю, сам знаю, не повторять таких ошибок, но тем не менее сам такую ошибку сделал. О чем именно? Значит, часто мне звонят осенью, поздней осенью, вот так, отрудневела семья. Вот можно ли матку там купить и где-то что-то, значит, сделать. Ну, отрудневела семья бывает разной стадии. Бывает, что только яйца начали класть пчелы. Бывает, уже запечатали, уже там горбатый расплод. Бывает только в начальной стадии, что только-только этот процесс начинается. То есть в разной стадии. У меня здесь отрудневела семья и уже были яйца. Яйца там по несколько яиц в хаотичном порядке. Видно было, что матки нету. Несколько раз я пересмотрел. Ну, то есть отрудневевшая семья. Ну, что я обычно рекомендую и сам в таких ситуациях делаю? Эту семью необходимо уничтожить. Как бы жалко ни было, как бы это, ну, может, резко не звучало, но все-таки надо уничтожить. Этим самым спасти мед, медовые рамки. Пока, если, например, яйца только там, то эту рамочку можно просто забрать где-то в хранилище, чтобы яйца пропали. А потом можно пчелкам дать где-то или уже весной, или сейчас за заставную, пчелки почистят и все. Если же уже там запечатанный расплод, то, конечно, рамка уже, ну, ее полностью надо вырезать, этот расплод. Вот, поэтому, ну, рамка как бы, ну, пропавшая, да. Ну и лишний мед они как бы перегонят на этот трутовый расплод. То есть, ну, такое. Как уничтожить? Ну, это уже дело каждого. Можно закрыть, курить разными там, окуривают дымом и так далее, чтобы... Можно просто вытрусить где-то куда-то этих пчел. Вот, но проблема, если вытрусить, они все равно сюда прилетят. Если этот улей убрать, они зайдут в соседний. И там будут проблемы. Так вот, что я сделал? Вот, все-таки я сам себе не поверил. То, что я рассказываю и знаю, своему опыту не поверил. Что я сделал? Ну, было тут порядка, ну, наверное, 8 рамок где-то, обсиженных пчелами. Вот я брал полностью рамку и в соседние ульи, во все ульи, за заставную, вместе с пчелами эту рамку расставлял. То есть, что я сделал? Если даже пчелы там трутовки, ну, мысль такая была, что пчелы как-то с ними там разберутся, и, ну, какая-то часть может перевоспитается, там останутся жить. Ну, некоторые, конечно, они убьют, ликвидируют, которые уже, ну, более, там сказать, трутовки, да. Вот, и что еще? Улей я убрал полностью так, отсюда убрал. Это я его сейчас, ну, тут ничего в улье нет, я вот, ну, показать, что в улье пустой, тут у меня инструмент какой-то лежит и все. Вот, значит, улей убрал, пчелы сюда прилетели и зашли вот в этот соседний улей. Но я как бы такой большой проблемы не видел, ну, все-таки это пчел я там раздал вместе, ну, с рамками. То есть, ну, какая-то часть меньшая уже сюда, как бы, да. Ну, и считал так, что, ну, побьются там немножко, вот, ну, и как-то они там разберутся. Драка, конечно, была, вот сейчас пойдем посмотрим. С этой стороны сейчас, то это уже 2 недели прошло. Вот сколько здесь битых пчел видно, вот показать поближе. Вот сколько здесь битых пчел. То есть драка тут была. Вот сколько битых пчел, да, видно. То есть драка была. Значит, где-то после этого я через час пришел сюда, увидел, что матку давят там уже. Ну что, матку я заключил под колпачок. И, в принципе, думаю, вы там разбирайтесь себе с пчелами, пока там останутся уже более-менее нормальные. И сам, в общем-то, уехал. Через неделю приехал, открыл, выпустил матку. Вот, там пчелы перебили, вот некоторых, я же уже рассказывал, да. И, ну что, матка, в принципе, нормально ходит. Ну, так, смотрю, что так на нее посматривают, ну, в клубни берут, и, ну, все нормально. Ну, так, в принципе, закрыл и все, уехал. Через неделю еще приезжаю, все, матки нету. Вот что значит выравнивать или исправлять семью трутовку. То есть,
Ну, может, у кого-то и есть положительный опыт. У меня как бы весь опыт отрицательный. То есть так, чтобы положительно. Но это имеется в виду уже действительно о семье трутовки. То есть мы говорим сейчас о том, что пчелы как минимум уже стали класть яйца. И как максимум там уже есть закрытый горбатый расплод. Вот в таком состоянии. То, ну, не знаю, я вывод для себя сделал, что не стоит такую семью исправлять. То есть была одна проблема у меня, так, одна проблема была пчелы, а теперь две проблемы появились. То есть и тут, ну, это еще не семья трутовка, но как бы с одной то семьи пчелы там еще нормальные, трутовых они то в основном перебили. Но дело в том, что матки нету, так, матки нету. Опять где-то брать у меня выдергивать, ну, с более слабой семьи, а где гарантия, что они и ту не убьют? И еще будет добавиться одна проблема. То есть вот это вот такая ситуация. Ну что я, как минимум, что можно еще в такой ситуации сделать? Мне там маточку Миша Якубяк пообещал, если получится у него там вышит, может я еще попробую, может, ну, подсажу и может они ее примут. А так, чтобы совсем не отрутневели, ну что, нашел я там открытый расплод, закрытый, открытый, и яйца немножко. Вот, и пару дней назад я поставил, ну не знаю, потянули, не потянули маточники. Сейчас вот посмотрим, что, в каком состоянии они. Вот, ну вот такой отрицательный опыт. То есть, как бы, я так рассказываю, я не советую кому-то там повторять, не повторять. Может у кого-то и положительно это все, ну, получится исправить семью трутовочную. Ну, как правило, вот у меня не принимают они, не пчелы таких уже, ну, пчел трутовок этих не принимают, их давят. Вот дело в том, что пооставались теперь вот такие медовые рамки. Вот. С той семьи остались. Я их пораставлял там по рамочке. За основную. Ну, вот это вот рамочка. Вот такие рамочки пооставались. Ну, как бы это не проблема. Я продаю пчелопакеты весной, то у меня такие рамочки просят и забирают с пчелопакетами. Поэтому тут это ничего страшного, что остались. Но как бы все равно. Вот это тут колпачок. Я маточку садил под колпачок. Вот сюда тут расплод еще был. Сюда тут она сидела. Ну, место осталось. Вот шумят. Слышно, как шумят пчелки. Маточку грохнули, а теперь вот шумят. Дай им матку, да? Вот пчелы. Умом, конечно, их не понять, этих пчел. Так, ну, тут как бы я даже не смотрю. Так, тут полоски. Так, вот смотрим. Вот натянули тут мисочек. Ну, тут нет уж ни яиц, ничего. Вот тянут мисочки. То есть, как бы еще как, ну, не все потеряно. Ну, лишь бы они... Ну, у меня мысль какая, что если даже... там выйдет какая-то матка, у них получится вырастить какую-то матку. Ну, хотя бы, чтобы они до весны не отрутневели, эта семья. А уже весной тогда можно будет, если семья не трутовая будет, то, в принципе, можно будет это самое, ну, то ли объединить с какой-то семьей, то ли уже там где-то матку искать, ну, вот как-то так. Вот. Это вот такие мысли. Так, вот сейчас посмотрим тут. Вот я. Это самое. Ну, не вижу я. Чтобы они потянули, я и не вижу. Так, сейчас, чтобы рамка не упала. Так. Ну, вот тут открытый расплод. Открытый расплод. И тут, ну, были яйца. Ну, по крайней мере, я вроде как видел яйца. Но вот здесь почему-то и не тянут они. Не тянут. Не вижу я, чтобы они потянули. Ну, маточник не вижу, хотя вот открытый расплод есть там в разной стадии. Ну вот, не видно, то есть потянут, не потянут, не знаю. Ну вот такая ситуация. То есть такой вот отрицательный опыт по исправлению трутовой семьи. Делайте свои выводы, пишите мне в комментариях. У кого-то может быть и положительный опыт, мне будет интересно. Вот. На этом все. Пока.